тебе Алена написала уже? Да, но предупредил, что позвонишь. Хорошо. В общем, у нас были совместные учения с Беларусью у бригады. Мы уезжали на них, это ты в курсе, да, вы там общались? Ну. Вот, нас, короче, обманули. На самом деле мы не на совместных учениях, а эти учения якобы закончились, и нас наше правительство дырявое погнало в Украину. То есть мы пересекли незаконную границу. Угу. Вот, я сейчас нахожусь в плену. Угу. В Украине. Мне надо донести информацию, чем быстрее она разнесется по России, ну, грубо говоря, да, через СМИ большие, через, может быть, какие-то... Короче, нужно сообщить, что... Что-что? Цель. Цель. Сообщить самое главное, что здесь, здесь, в Украине, долбят мирных жителей Российской Федерации. То есть идет захват Украины. Они не хотят войны. Никто не хочет этой войны, кроме России. Со мной относятся нормально здесь. То есть меня кормят, там, сигареты я курю, ну, если я курю, тепло одевают, там, приодевают, то есть, ну, то есть, относятся по-людски. Хотя я здесь, по сути, как бы никто меня сюда не звал, никто меня здесь не ждал, понимаешь? Я незаконно это пересек границу, мне не должно здесь быть. Привет! Привет, Таня, послушай меня, не перебивай, пожалуйста. Я нахожусь на территории Украины. Здесь идет война, я ранен, нахожусь в плену. Короче, тут виноваты не украинцы, как говорят нам, а наоборот наши виноваты, наша вторглась. Здесь разбомбили школы, здесь разбомбили детские сады, больницы. И это делают все наши. Я нормально, они обращаются хорошо. Накормили, напоили, хорошо. Найди Посохова Алексея Петровича, жену. Петровича нет в живых. И раненый Егор. У нас от роты осталось, наверное, человек 20. Вовка наш где? Я не знаю, его давно не видел, уже нет. Бабарыкина видел? Нет. Они не успели зайти. Они вторыми должны были заходить. Они не хотят войны. Здесь, Таня, здесь хорошие ребята. Я честно говорю, правду говорю. Наши бомбят, тут конкретно беспредел идет. Путин ракету сегодня запустил. Все, больницы нету у них. Роддома нету. Они ли его разбили, нет? Нет. По новостям-то говорят, что они... Да по новостям, Таня, там хуйню показывают по новостям. Все, не плачь. Надо как максимум распространить, Таня, всем сказать. Показать это видео, ехать в армию показывать, где мы, комитет солдатских матерей, везде. В интернете везде, на работе всем рассказать. Со мной здесь в плену Корунов. Серега Корунов жене передай. Сейчас позвоню. Прибыл в Украину 24 числа. Вот сейчас нахожусь в Украине в плену, так как у нашего команды никакой тактики нету, не ведем бои, просто выживаем тут. Ничего такого мы здесь не сможем сделать, ничего у нас не получится, потому что наша команда управлять не может. Питание здесь плохое, обеспечение здесь плохое, так что пацаны там, кто остался в России, пишите черту аэропорта. Не едьте сюда, оставайтесь там, лучше останетесь со своими семьями. Дома будет лучше. Здесь вы все ляжете. Здесь Украина, мирный народ. Я вот видел, как они живут, видел, как они друг за друга стоят. Нету здесь никаких бандеровцев, никаких бандитов здесь нету. Хороший мирный народ. Это мы их атаковали, они к нам не лезли. Так что, пацаны, сидите дома. А лучше вообще увольтесь и идите поднимать народное хозяйство.